Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приветствует подписание в Брюсселе соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом об упрощении поездок граждан. Мы убеждены, что данное соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими народами. В этой связи парламентарии Республики Беларусь заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также обращаемся к нашим коллегам в Европейском парламенте также придать этому процессу с их стороны необратимый характер.